Для начала познакомлю тебя с твоей девушкой. Во что ты меня впутал? Даже один вечер не можешь потерпеть, что ли? Ну, кузен. Прекрасно, ты уже готова. Знакомься с моим кузеном. Волкан – это Аслы. Мы и так знакомы. Как дела, Аслы? Все хорошо. Вы знакомы? Да, Аслы работала в кафе, в которое я постоянно ходил. Да ты что? Вот это совпадение. Откуда? Куда? Благодаря тебе. Хорошо. Пойдемте на вечеринку. Пойдем. Я возьму сумку и приду. Я будто во сне. Быстро расскажи, что случилось. Его кузен красивый? Я толком не увидела. Очень красивый. Кузен Бурака, Волкан Годжа. Мой Волкан. Что? Ничего себе. Тихо, тихо, тихо. Сейчас услышит. Если это не знак, то что? Вы сейчас буквально пара. Да, но только на один вечер. Хватит, не начинай снова. Это твоя единственная надежда, воспользуйся ей. Хорошо, я заставляю их ждать. Удачи тебе с Эрданом, он хороший парень, не разбивай ему сердце. Не забывай мне писать. Да. Простите, я заставила вас ждать. Не проблема. Да, господин директор. Господин Волкан. Господин Бурак угнал машину одного из наших гостей. Наш гость сейчас у меня в комнате, и он очень зол. Вы в курсе этого? Я сейчас приду. Владелец машины в комнате директора. Что мы ему скажем? Пусть не преувеличивает. Выплатим все, что нужно. И это все? Мы и так должны это сделать. А что мы должны еще сделать? Да, у кого я спрашиваю? Мне надоело исправлять твои ошибки. Да ладно тебе, кузен. Не преувеличивай. Ладно, вы отправляйтесь на вечеринку. Там встретимся. Хорошо. Только не задерживайся. Все из-за тебя. Если бы ты не врезалась в дерево. По-моему, сейчас не лучшее время, чтобы до меня докапываться. Угрозы пошли? Ты скоро шантажировать меня начнешь. Ты можешь отказаться от этого в любой момент. Ой! Вот тебе и ай. Вместо того, чтобы со мной пререкаться, лучше бы под ноги смотрела. Я не привыкла к такому. Скорее бы прошел вечер. Да, я впервые с тобой согласна. Хватит болтать, смотри под ноги. Принести что-нибудь выпить? А, нет, я пока не хочу. Все придут потом. А вам? Содовую, пожалуйста. Согласен, тебе лучше пить воду. Прекрати издеваться. А что я такого сказал? Ты из-за всего нервничаешь. Ну, прости, что беспокоюсь. Конечно, конечно. Я уверена, что это так. О, Аллах, поскорее бы закончился этот вечер. Я с тобой полностью согласен.
Здравствуйте, как дела ваши? Привет, брат, как ты? Отстань! Убери руки! Отвали от моей подруги! Он идет! Он здесь! Кто здесь? Тот мужчина, с кем мы вчера подрались в баре, он нашел нас! Что? Где он? Это же тот тип с бара! Проклятье! Он нас увидел! Они идут сюда! Что нам делать? Конечно, бежать! Если я устрою тут драку, папа меня точно убьет! Звонишь в полицию? Нет, я не хочу снова попасть в газеты. Не хочу. Попадем, если ты не позвонишь. Ты что, не видел его? Он смотрел так, будто хочет нас убить. Уф, возьми же трубку, Вулкан. О, барыш тоже не отвечает. Говорю же, звони в полицию. Мы теряем время. А вдруг они отправились в погоню? Я не могу. Об этом сразу узнает отец. Тогда я позвоню. О, нет. Ну, молодец. Да что с тобой не так, а? Ну, я же не специально. Что случилось? Проклятье! Почему мы остановились? Топливо закончилось. Что? Мы тут застряли? Да, мы застряли. Почему ты такая невезучая? Ну почему? Почему это я невезучая? Это ты невезучий! Не урони ты телефон, мы могли бы вызвать спасателей. Так что лучше помолчи, хорошо? Помолчи. Ладно, ладно. Нельзя тут ждать. И что нам делать? Поплывем к той яхте. Что? Надо лезть в воду? Ни за что на свете. Так, успокойся, хорошо? Ты только не паникуй. Я буду тебя держать. Не переживай. А если я утону? Ослы, ты бредишь. Ладно. Только не отпускай меня. Ты меня умоляешь? Ты же не можешь быть таким ужасным, чтобы превращать это в возможность. На самом деле могу, но сейчас это слишком даже для меня. Все, поплыли.